Сегодня день чисток у меня. Вытягиваем грязь. Вытягиваем грязь. Грязь вытягиваем и запечатываем в воске. Очень часто спрашивают, как выглядит грязь. У всех она по-разному, и у каждого здесь свое. Также приложу сейчас фото и видео еще вариантов грязи. Сверху отливку показывать можно, чистку. Снизу нет. Желательно, конечно, не видеть ничего, но это хотя бы безопасно. Смотрим. Так, чисточка, смотрите, как вытащила хорошо что-то. Ух, прям как хорошо вытащила. Каку. Да, мы с вами же обрубали крадники и дочищаем, чтобы от крадничков ничего не оставалось. Вот видите, какая прелесть. Ай, хорошо. Вот смотрим, сколько грязи. Посмотрите, как воронка. Это все грязь. Все грязь. Все вычищаем. Чистка. Это чистка. Можно сказать, обычная чистка человека, да, на которого был наведен негатив. Вот ваша грязь. Вот она. Видите, вся дыбом встает. Это еще подтопилось. Должно быть все ровненько, а у вас нет. Вот она, всю грязь подняли. Это, знаете, сейчас как вот стакан с грязью, она же оседает, грязь, да, вот в стакане, например, воды, а мы эту грязь сейчас поднимаем наверх, да, и убираем из вас все, что было наведено, весь негатив мы уберем. Вот она встает. Видите, какая площадка острая. Вот так вот. Всю грязь поднимаем наверх. Всю грязь поднимаем, подтапливаем, все убираем. Чистки. Чистки негатива, девочки.